Бонжорно, Ютуб. Всем привет, привет, Ютуб. Солнечная Италия на холоде, сегодня хорошая погода. Пища богов, здесь яйца у меня. Здесь, как всегда, картошка и морковка варится. Что мы с вами делаем? Мы с вами сегодня делаем, проходим курс масочек для лица. Я помыла голову, я уже не стала снимать вашу любимую рубрику «Помой голову» в раковину на кухне, типа «Тебе слабо». Типа из этой рубрики я уже не стала вас размерничать. Коробочка, подарочный вариант. Спасибо всем огромное девочкам, кто донатил на мое день рождения. Это от вас подарок. Мы с вами уже использовали масочку черную, розовую и желтую. Девочка вчера написала в инстаграме, говорит, это маска. Она мне написала, как она называется. Ну, какой там типа состав. Бляха, забыла. Сегодня зелененькая. Зелененько, и наш курс на неделю с вами пройден, можно так сказать. Я их делаю практически каждый день, можно, конечно, делать через день. Вот такая вот субстанция, я показывала, говорила, да, что ее надо сразу моментально размазывать, потому что, типа, она кремовая, но она такая не жидкая. Машинка, как всегда, работает с черным бельем, погода хорошая. То есть ее надо моментально, вот взял на кисточку, моментально ее надо, это, ну, подмазать потом можно, но это не тот вариант, что вот мягкость маски, что типа можно как бы ее потом пальчиками. Это. В этой коробке была такая штучка специально на голову, которая волосы держит, и вот эта вот кисточка силиконовая. Повторяюсь, потому что, может, кто-то не смотрел предыдущее видео. Вот, поэтому я сейчас отключусь и в другом зеркале намажусь, чтобы мне так было удобно. Что маски для лица мы делаем в первую очередь для себя. Они как там любители пописать, что скоро шестой десяток, а пустота и вот это никому не нужная маска для лица. И, типа, вам уже ничего не поможет. Спасибо большое вам за ваши комментарии в этом. Как мы тут без вас разберемся. Я знаю, что когда я показываю маски, когда я, ну, что я вот именно делаю, девочки потом пишут: Мариха, блин, спасибо, лежат, говорит, в шкафу, говорит, все, никак до них не было дела. А тут на тебя, говорит, посмотрела, пошла, шкаф открыла и свои взяла и намазала. Говорю, опять же, повторяюсь, я люблю маски, если кто-то хочет сделать подарок, я люблю маски кремовые. Ну, я тоже такие теневые, это, тканевые тоже как бы приветствую, но у меня их практически никогда не бывает. То есть у меня в основном всегда вот такие маски кремовые. Я понимаю, что вам уже ничего не поможет, потому что, ну, понятное дело, кожа едет вниз. И я уже не молодуха. Я люблю промазывать везде. Даже вот так вот близко под глазами. Ничего мне. Я потом спонжиком смываю. Нормально у меня все. Ничего не тянется. Я, кстати, без крема для лица. Потом не использую ни крема, ни тонаки, ничего. Вот уже как неделю эти маски делаю. Несколько дней. Сколько там? 4 дня? 5. Вот. Вот если пальцем ее размазывать, в принципе, можно. Но она все равно не такая вот, то есть если еще такой вот наложили ее, да, еще можно так вот пальчиком подрихтовать места. А так в основном, конечно, она не, более такая тугая. Погода сегодня хорошая. Сегодня я, если сейчас разгуляется, дождя не будет, отвезу сегодня велик в мастерскую. На велик в мастерскую отвезти, надо его сделать. Все, девочки, вот так, смотрите, как удобно этой силиконовой кисточка. У меня это не одна кисточка, у меня есть уже несколько кисточек, и от пику там, и туда, и сюда. На кухне вот здесь вот у меня, на, я ее мою, прям стоит вот здесь, вот, где моющее средство для посуды. Все. Носить ее надо 20 минут, я могу ее проносить. Кстати, там пишут, где брови. Невнимательно смотрите, брови я вывожу лазером, уже сделали одну посадку, поэтому они у меня светлые, меня это радует, это прям как комплимент. Но оно прям видно на видео было, когда мне лазером удаляли бровь, она прям моментально испарялась. Когда я удаляла корону и вот этот вот знак,
Они сказали, что это будет тяжелее, потому что краска свежая. А надо забивать эту корону, легче забить, чем удалить, наверное. Но опять же, на все нужны деньги, тупо. Поэтому, ну, в планах, как бы забить ее, эту корону. Надпись я забивать не буду. Надпись у меня останется. Вчера в трансляции спрашивают, Марина, на конкурсы будем ездить? Мне, кстати, написали, вот в конце мая конкурс. У меня не получается по дням. То есть, нет, можно было бы заморочиться и получилось бы, но, во-первых, волосы не та длина, волосы, надо какой-то хвост, что-то вязать. По-любому с такими волосами на конкурс не пойдешь. Денег делать, наращивать волосы у меня тоже сейчас нет возможности. Поэтому я говорю, у меня не получится. А тогда зовут. Мне так и написали, мы о вас помним. Или понятное дело. Вот смотрите, какая здесь на шее. Никто никуда от этого не денется. Или подтяжка круговая лица. Или не надо вообще об этом говорить. Все. Прекрасно. Видите, я уже этой кисточкой более-менее научилась. Смотрите, как вот здесь подпухло. Это я сегодня нашла какой-то крем ночной. Не ночной, вообще какой-то крем у меня там оставался в этом. Оставался у меня в тумбочке. Я тоже что-то крема оставила там. Вчера себя разбавила. Я говорю, хоть маски для лица есть. И да, у меня осталась твоя киковская маска. Если Юле, как там писали, вести этот набор в подарок, потому что она тоже любит масочки. Я думаю, любая девочка любит масочки, особенно вот почему я кремовые больше люблю, потому что их нанес и ходи с ними. Ну и по крайней мере я нанесла и все, я с ними пошла по квартире, там дела какие-то делать, вещи вывешивать или наоборот снимать высохшие вещи. Если Сергей мне дарит такой набор, а учитывая, что здесь 4 масочки, как комплекс. Она просто эти масочки все раздарит. Одной девочке даст, второй девочке даст, третьей девочке даст. Я не хочу, я не потому что плохо отношусь к девочкам, но я не хочу покупать, даже можно даже слово да, сказать, каким-то девочкам покупать маски. Я не настолько богатый человек, чтобы вести, мне презенты никто не везет. Ну вот, поэтому как бы мне не хочется, не хотелось бы со своего кармана девочкам, ну то есть вести ей, а в итоге девочкам масочки, потому что мы все девочки. Я так не хочу, мне не позволяют финансы, скажем так. Поэтому вот так. То есть я ничего против не имею. Девочки, все хорошо, хорошие девочки, но у меня нет возможности всем хорошим девочкам вести подарки. У меня София любит маски, Саша любит маски, в смысле. Так. Кстати, хотела бросить халат в стирку. Все, жизнь прекрасная и замечательная. Тем более, девочки работают и зарабатывают больше меня. Могут себе позволить купить маску для лица себе. Для своей красивой, молодой, ухоженной кожи. Поэтому мартаделочка у меня. У меня этот самый, как его, майонезик. Хлеба нет. Вчера ходила в магазин, хлеб не купила. Достала свой чайник, вчера его помыла, как вы советовали, уксусом. Ну, там хотя накипяти не было, но все равно беру свою турецкую красивую чашку, обалденную. И мне написали девочки в Инстаграме, прислали видосы, написали ваши любимые турки. С чего вы взяли, что у меня Несквик? С чего вы взяли, что мои любимые турки? Мои любимые итальянцы тоже. Тем более, это мой язык, в том плане, что я на нем разговариваю, неважно, как вы там пишете, хорошо я разговариваю или плохо, я на нем все равно разговариваю, меня на нем понимают. Поэтому это не то, что там ваши любимые турки, там и видос скидывают. Они мне не любимые турки. Но с теми людьми, с которыми я общалась из окружения Юлии Сергеевны, все хорошие, порядочные мужчины, парни. Ну, порядочные, не знаю. Так, сейчас водичка закипит, и мы с вами типа позавтракаем. Уже хотя время глубокого обеда. Сейчас мы
Яйца в Турции варятся очень долго. Вот хотела прямо эксперимент провести, сварить яйца дома у себя здесь, видео сохранить, не удалить, и потом сварить яйца турецкие там. Ну, плохо чистится. Так я же вроде холодной водой залила их. Что-то не так. Сейчас у меня достиралось черное белье, я его ополаскивала. И сейчас я постираю, мне надо там коврики. Коврик один с кухни и тряпочки. Сейчас как раз тапочки свои сброшу. Постирала коврик на кухне, свой любимый с Икеи, блин, недорогой вот этот вот. Бросила, налила на него белизну. И прям пятно такое некрасивое от белизны осталось. Ну вот очистку. Налила прям на него, что-то так подумала. Ничего не будет. Я не налила и не сразу, наверное, машинку включила. Наверное, Саша или Эмма пошел в туалет. И она типа, ну, еще постояла еще, типа, не сразу. Сейчас даю. У меня Шанель просит ей. Ой, как плохо чистится. У меня Шанель любит яйца. Давайте. Вы тоже позавтракаете. Картошечка варится. Сейчас сделаем несквик. Целая упаковка несквика стоит. Девочки, плохо чистится. Хотя сразу залила холодной водой. Не люблю, когда яйца так плохо чистятся. Все, потом сейчас голову приведу в порядок, волосы, и приду с собаками на улицу. Сегодня их надо выгулять. Пол яйца мне почистила. Ну это капец какой-то. Ну что ж это такое, а? Хозяйка, потому что кухня это не мое. Я вот уже встала, протерла полы, все поубирала, все это самое, ну как поубирала, я же одна живу, поэтому в принципе там уборки немного. Ага, и кстати яйца не доварились. Ну типа, доварились не так как. Так, мой красивейший чайничек. Наливаем сюда, сейчас молочком разбавим. Будет очень вкусненько. У нас там по картошечке, по морковочке. Картошечка еще нет. Сейчас покажу вам Кириллуш. Пришли, пара обуви, которую я ему заказывала. Я когда говорила, что я не рассматриваю Кирилла для себя как мужчину, только потому что отвлекаюсь от ваших комментариев. То есть вы писали, что я там такая какая-то, что-то там смотрю на него, где вы это взяли, в общем, это... Во-первых, не обсуждается, а во-вторых, это сын моей подруги, вообще IQ разные. Ой, как вкусненько. Вы просто пишите, я отвечаю. Может быть, я так с тем на тему прыгаю. Смотрите, какие классные шлепки. Он знает за них. Потому что есть пара обуви, которые он не знает. То есть он мне доверился. А здесь, смотрите, ногу всовываешь, видишь, пальчиков будет не видно, они сюда прямо ходят. Я мерила, они очень легкие, такие воздушные. У нас сейчас мода в Италии будет вообще шикарная. Сделали вот эти вот, типа такие вот из резины. Ну, не резина, это по-другому называется. И вот такие прям завернутые, красивые, прям моднючие. Сейчас мода такая будет интересная летом. И они просто шикарные. Ну, понятно, мада чина все в чине делается. С коготьками такие. Он, кстати, знает за эту обувь. Он, кстати, знает за это. Я для скрина сделал. Он, кстати, знает за эту обувь. И он тоже в восторге. То есть я ему говорю, я не буду тебе все показывать, что я тебе заказала. Пусть останется сюрпризом. Он говорит, хорошо. А эти, я ему сбросила фотку перед тем, как заказывать. Я говорю, нравится? Он говорит, да, огонь, говорит, вдохновила. И меня это вдохновило, что ему нравится, потому что, блин, реально, он будет крутой, очень красивый мальчик. Не так красивый мальчик, а так будет вообще крутень будет, крутень крутечная. Так, с чем я ем колбаску? Колбаску я ем. Мне надо вермишель себе залить. Потому что колбаску надо, нету хлеба, у меня были такие печенушки такие, как греночки.
Аж надо вчера ходила, не о том думала. Я не о том думаю. Я очень много думаю о том, о чем не надо. Вообще просто о чем не надо. И думаю, какие счастливые люди, которые не думают о том, о чем им не надо думать. Сейчас я залью. Маску ношу, там написано 20 минут, я ношу иногда и больше. Так что да, повезу я кроссовочки ему. Когда поеду, я не знаю. У меня сейчас дела свои здесь, дела есть. Вот, поэтому не знаю, что и как. В любом случае поеду. Документы у меня уже там, уже вид на жительство у меня там заканчивается. Вот, 15 числа уже все. То есть я уже не поеду как с видом на жительство. Боже, пища богов. Сейчас посмотрю, если здесь у меня есть. Нет, не вздумай гафать. О, у меня тут и масло есть еще. Тут только макароны я, Саша, оставляла. Давайте с этими попробуем. Господи, что-то там за гриб. А, это не гриб, это поломал. Давайте вот с этими попробуем. Я вчера ела с греночками такими сухими, как вот этот пан. Хлеб. Сухой продается. Это для бутиков вот это вот, когда делают паштет печеночный. Там еще что-то, такой вот вариант. Видите, вот он. Типа вот так вот. Перекусим, приведем всех в порядок. Огурчика нет, я больше всего огурцы люблю. А, кстати, Машка тоже любит огурцы, и Саша. Моя огуречная девочка. Картошечка практически уже. Некоторые готова. Бомба. Так, некоторая картошка, просто смотрю, она уже сварилась. Она там мелкая, хотя я ее все разрезала. У меня картошка всегда в холодильнике. Ой, как она разварилась уже, как же так быстро. Некоторая сварилась, а некоторая, которая сверху лежала, смотрю, она еще. Короче, девчули, сегодня в планах отвезти велик, а там будет видно. Ну, я терпеть не могу, когда одна уже проварилась, а другая еще. Нет, ну ладно, что такое. Помоется. Так что, девчулечки, что ни в чем себе не отказываем, живем по принципу, принимаем все то, что дает нам вселенная. А когда мы сопротивляемся, повторюсь, все равно мы к этому придем, просто придем с препятствиями. Просто мы сами себе препятствия нам дают. Это все без, то есть возьми это все, это твое, это для тебя приготовлено, для чего-то возьми это. Мы такие, нет, не можем мы это взять, вообще это не нужно, это неправильно, я тоже мое любимое слово, это неправильно, ага, неправильно, 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 ты все равно это возьмешь, детка, это для тебя уже все, для тебя, расцветы и закаты, все для тебя, ты это все равно к этому придешь, но придешь, значит, с препятствиями, сама себя препятствовала, давай, кашу себе заварила, карабкайся в этих мыслях своих, и все. Страдать, приносить себя в жертву для кого-то другого, это тоже не надо. Надо жить по кайфу. Петрушечка в папиной баночке. Красивая петрушка. Невкусная, потому что взрослая, листья такие прямо. Вот у Сергеевны там в Турции была такая хорошая петрушечка. Это прям такая
видно, взрослая женщина такая уже, Петрушка, она моя, женский род. Такой прям женский род уже в престареческом возрасте. Ну, короче, все как вам нравится. Так, ну, тут картошечки еще чуть-чуть. И все, вот она, картошечка. Сейчас она остынет. И потом я докуплю, схожу огурчиков, помидорчиков и сделаю себе салатик. Не люблю, когда картошка не доваривается. Так, ладно, все, что я делаю? Я поедаю тогда вермишельку свою. Обожаю этот доширак, вот этот. Вывешиваю вещи, смываю масочку, делаю две стрелочки, сушу голову. Эти волосы, конечно, вот я, говорят, вы нравитесь себе, когда в зеркало смотрите? Нет, это эти волосы, я подхожу, мне нравится, как сейчас стала выглядеть кожа, потому что я прям в течение дня, вот я же сижу там, трогаю ее, она прям мягкая, прям вот видно, что в маске, они дают о себе знать. Кожа, видно, подустала, стрессанула, и вот сейчас вот прям вот она, прям, мне она нравится. Но волосы, конечно, вот эти вот, как вы там написали, три пера в один ряд. Не то, чтобы я циклилась, но хочется хотя бы хвостик их собрать, понимаете? А здесь вот оно торчит, все. Нужно заколочками зацеплять. У меня открыто окно сверху. Такой сквозняк идет, капец. Надо закрыть. Карла мне сегодня будет звонить. Написал: Марина, на какой телефон тебе можно позвонить? Говорит, я тебе уже звонить боюсь. Но я еще не ответила, времени не было. Угу. Картошка, блин, всю картошку испоганила, девчонки. Разварила всю картошку, потому что так порезала, что одна... Морковку люблю не доваривать, вот она морковка, я, кстати, она одна была, я люблю ее не доваривать, чтобы она не была вот прям вот мягкая. Две картошины осталось. Так, ладно. У меня, кстати, там в лавочке еще подсолнечное масло, куча, не куча, но там несколько банок у меня там осталось. Саша не пользовала. Томат. Рис, макароны. Пачками. Привозил Кирилл макароны Юле, он привозил ей вкус спинача. Я не знаю, если пробовала она. Я пробовала, вкусно. Телефон. Саша, вот мама, ты дома? Я говорю, да. Видно, с Эмой едут. Он ее со школы забрал. Говорит, мама, говорит, поставь, говорит, пожалуйста, картошку, говорит, сварить. Говорит, хочу сделать помидор, огурец и картошка. Но она любит с майонезом. Я говорю, картошка уже сварена, я говорю, но у меня это огурцов, помидоров и хлеба. Она говорит, хорошо. Сейчас надо было за яйца сказать, ну ладно. Леша, я всегда Саша говорю, Саша. Сюда, в холодильнике, должна быть вареная картошка. Я не знаю, какую. У меня жизнь прекрасна. Девочки. Я когда делаю картошку, помидор, огурец, я, между прочим, люблю с маслом, неважно, оливковое оно или подсолнечное. Бомба. Картошка бляха-муха развалилась.
А я не знаю, сколько по времени картошка варится? Все, доедаю. Кто там? Але? Саша? Мабуть, Фреду, там що, холодно, що ти тут куртиш? О, скільки радості. Скільки радості. А он йому, видиш, він з Семой здоровається. Ой, ой, ой. У них є, типа, моряк любить Ему, Деніс любить Ему, ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Лянь, приветик. Лянь, бросил Сашу к Эмме. Ты глянь, ля-ля-ля. Денис. Ля-ля-ля. Алис, тебе холодно? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, к нему. Ты к Саше-то поздоровайся с Сашей. Чао. Ден. Эй, ты тихо. Чё? Да, а это сразу мячик же несет. Что, ты пахнет? Тоже было, дождь был, мы же не ходили вчера на улицу, потому что позавчера он выплачкал всю спину в говне в каком-то там вывалился. Пришлось купать опять. Но что делать? Пахнет, да? Но сегодня пойдем, сейчас погода разгуляла, сейчас мы пойдем. Молодец, что ты там показала. Как дела, Эмма? А, пиво. Там есть в холодильнике, если, Эмма, а ты, если хочешь, там это, бира Фред, да, на берегу. Чай бира фреска? Да, да, да. Ого. Это так, чтобы вообще, да, чтобы уже нервы не трепали, да? Да, Саша? Ну, три, поставлено... Коме дуе? А почему, они скадуты? Ну, не знаю, почему. Ну, аки его готовали, промоционе. Ну, картошка готова, сейчас быстренько сделаем. Та я ела вчера, я купила себе вот эти шоколадины вчера, знаешь, за 1 евро вот это такие. Ну, картошку сейчас поставим. Ну что вы, как, все хорошо у вас? А? Картошка, огурцы взяла? А? И купили сумку, что ли, опять? Этих сумок? А, ну все, давай, иди тогда мой руки. Он картошка делает, это самое. Я вещи снимаю и вывешиваю лаватричу. Видишь, ты все время я должна все делать. Хорошо, смотри, почему кузи, иди сюда. Почему контракту, ты ее. Гварда, и у тебя дола, болит один интернет. Нет, паги ту, первого фача тут то ее. Почему? Так, ладненько, давай сейчас порежу. Поко. Танто. Танто, дай, пожалуйста, миску тогда большую. Я в окосе я лимерти. Да, косу лимерти. Лимерти, лимерти, да, косу лимерти. Лимерти, давай так бумагу. Questo qui amore. Io ho fatto questo. Ora devo dare qualche uovo. Зачем? Ma ti serve una mattina dentro? Metti dentro. Bollite, ci sono se volete, eh? Mm-hmm. E c'è la birra fresca se vuole. No. Emma. Stanotte ho dormito 4 ore 11. А чё без тапок? Потому что мне нравится. Ты с майонезом или с маслом? Да, с майонезом. Любого булиты хотите? Любого булиты хотите? Любого булиты. Саш, может, тогда сними, пожалуйста, белье там. Стенду ее до сола, это там, которая высохла, сними.
Я начала снимать. Марина, l'altro giorno sono andata via col vestito, sono andata al ristorante, visto, ho assaggiato ostrich. Да, как тебе эти острики? Они ha sputato. Dopo ho tagliato video, io no, che pure che ti mettessi su YouTube. Capito? Perché ho fatto apposta per te. Ну я поняла, так я тебе подумала, еще Карла выслала, Карла говорит, господи, какие истории, ну поржали с ним. А это, он говорит, а что в финале? Ты ее проглотила, ингуята, не ингуята. Спутата. Зачем? Только Марина скифа, Марина, но не принято. Нина, не понравилось тебе остричь? Per niente, Марина. Mai più nella mia vita. Mai. L'avessi mai fatto, Марина. Io ho detto, а, proviamo, Марина. Она говорит, хотела попробовать. Poi ho mangiato il pesce, ho mangiato lo scoglio. E poi io ho mangiato pesce e lui ha mangiato zuppetta di cozze. Ты, cazzo, tanto mangi, eh? Много кушаешь. Il pesce non ho mangiato tutto. А pesce надо кушать, Саша. Рыбка это хорошо. Марина, что? С собачками ты не пойдешь гулять, конечно. Я встала, пока поубирала, привела себе в порядок, покупалась. Сделала маски для лица. Я тебя вожу сюда. Аму, guarda che bello, mamma me l'ha regalato. Guarda. Мама? Нет, оно же идет в наборе. Положи в коробочку. Да, хорошо. Так в коробочку. Да, bene adesso. Да, спеши 97 евро, Марина. 90. 90. Сколько сконто? Ну, va bene, per i due pesci, erano. Cosa avete bevuto? Magari le bevande che costano. Mezzo litro prosecco. Pol litro di prosecco, говорит. Та так, говорит, немного. Шанишка! Не может быть такого. Due pesci. Quanta ce l'hanno ora? Non c'ha più pancia di prima. Quanta ce l'hanno ora le cucciole di Chanel? Mamma. Сколько лет? Сколько месяцев? Cinque mesi. Ну, fai conto, fra un mese lei va in calore. Sofia сказала. Quanto va in calore? Un mese. Ah, vabbè, Dennis c'è ancora un mese che sta con noi. Dennis, quando sì, ma un io quota liquida, io ci vedevo e bella. Comunque scommettiamo che se a Shani le propongo di andare via con me a casa di Emma, preferisce venire a casa di Emma che stare con te? Facciamo. Perché lì c'è erba, Marina, prato, corre, Marina. Gioca con la sua mamma. Она такая интересная, слышишь? Я вчера лежу, кино смотрю. Около меня ножницы лежат, слышишь? Слышишь меня? Лежат. Что такие помидоры зеленые купила плохие? Аня! Не видела? Ну, смотри. Слышишь, она вчера лежит, я кино смотрю. Около меня ножницы маленькие лежат, маленькие. Она увидела, что я ножницы беру. Текает сразу. Я думаю, как она. Как она понимает? Окей, так и мама. Я девочкам показала, что это я шила. Я мама мне кушила всегда вести для Барби. Это арка подойдет для доча. Это вообще-то было не ходить в этот душ, а это было пальто вообще-то. На, вот это в бумагу поставь. София, Саш. В бумагу, вот. Sì, вот aspetta, sto pulendo il tavolo. А это в пластику. Да, день этот, боже, я вообще, я не о том думаю, девочки, как мысли привести в порядок. Смотрите, как я смываюсь, какие у меня корни утром. Я смываюсь. Это, скатерть повесь. Боже, зачем? Зачем? Guarda che verde! Я никогда то окно не открываю. Зачем? Я это убираю, я это выбрасываю, и потом туда другое посажу. Я смотрела вчера в магазине, никаких новых цветов, там вообще цветов нету. Это надо идти на базары. На улице дождь был, когда я пойду? Чтобы кофту не обляпать. Так дождь, когда я под дождем пойду, что я дурочка? Нет, вот давай пойдем на этой неделе. Ты сказала, что возьмешь мне апартамент. Хорошо, ты вообще ты обнаглела. А я что, зачем я вообще тут стою, эти помидоры для перевезу? Так, подожди, знаешь, ужасные здоровые огурцы, это капец, это самые невкусные огурцы, это в Италии. Это просто детокс для организма, для вашего. Ужасные огурцы. В Турции такие огурцы маленькие, хорошенькие такие, как эти самые, как у бабушки в огороде. Прицемало им дентру чего, Эмма?
Iniziamo un nuovo, grazie. No. А это такая колбаса деловая, Саша стала. Если бы вы знали, что у нее вообще, что она вообще говорит, это. Dillo che sono una maleducata io. Può dire no. Боже, ее просишь, я говорю, иди хоть белье тогда, говорю, сними. Шо, хоть что-то, ничего не хочешь. О, Марина, ascolta, smettila, perché fai parlare male di me, eh? Fai parlare male di te, ma non di me, perché smettila. Sono appena tornata, non mi rompere. Io alle 6 sono sveglia, te alle 6 vuoi a... sei pronta a letto. Ma si è vinto il 13% noi contro 9 loro. Guarda, mo, oggi sono morta, ho lasciato uno di vita a uno. Sì. И дети. Боже, мы так радуемся, когда их рожаем. Они потом вырастают такие. Опа. Баронесса не хочет ничего. Я не питанесса, я баронесса. Какой день? 8 марта. Яйца будешь, Эмма? Нова. Нова? Будете. Кванти. Уна, две. Я хочу уна. Капито, Мария? Коза? Тра 2 дни мы arrivamos в Сферне. Белле, вендемо. Белло, белло. Andiamo, questo mese ancora non è tantissimo. Arriverà mille. Oh, stai, ma che io... buttare o no? Perché è vuota. Se è vuota, sì. Oh. Salute. Oh. Salute. Все будет хорошо. Это шесть прикусила. Потому что я нашла эту бутылку и думаю, что с ней делать? Ее выкидывать? Может, ты ее хочешь оставить? Думаю, вот это же она стоит. Яйца плохо чистятся. Мало подержала в воде. E dove andate in Calabria? Mezzatera si chiama la città. Buon appetito, piatto. Слышишь это? Можете еще помидорку подрезать? Я просто делала, как мне нравится. Я не люблю, когда много. Я не люблю помидор как ты. Или нормально? Нормально? Ладно, тогда пошла вывешивать белье. Сали, все, закрывать? Надо машинку сейчас потом загрузить, когда вы поедите.